ожидание. Надо повиноваться, надо повиноваться. Я сожалею о девочке. Потрясенные жители Детройта этим утром стали свидетелями очень странного происшествия. По словам нескольких очевидцев, молодая женщина и маленькая девочка по неизвестным причинам пытались скрыться от полиции. Единственную попытку пересечь скоростную автомагистраль. Удалось ли им выжить, пока, увы, никто не знает. Более того, по непонятному... Не заряжен.
ты делаешь? Ты не выключишь меня? Нет. Нет. Нет, не выключишь. Будешь молчать, если отпущу? Да, да, я буду молчать. Только не выключай. Нет. Нет, конечно. Надо было сразу пустить тебя на запчасти. Ничего, сейчас мы это исправим. Вот девочка, Златка. Ну-ка, посмотрим, на что ты сгодишься. Кэра! Пошли. Кэра! Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? Этот девиант – интригующий случай. Как жаль, что не удалось поймать. Оправданий нет. Я был неэффективен. Ты что-нибудь выяснил? Ему очень нравились птицы. Иногда девиантов интересуют другие формы жизни. Насекомые, кошки. Но такого я не видел. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Он нервничает, когда Коннора заменяют новым после уничтожения. Я знаю, люди с трудом переживают потери. Если это случится еще раз, с ним будет трудно. У нас совсем мало времени. Девиация распространяется. Скоро информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Лейтенант Андерсон! Вы дома?
Лейтенант Андерсон! Тихо! Сумо! Я твой друг! Видишь? Знаю твое имя. Пришел спасти хозяина. Лейтенант! Эй, очнитесь! Это я, Коннор! Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, ты! К сожалению, отвали, может быть неприятно. Сраный андроид! Пошел нахер отсюда! Приношу извинения, вы мне нужны. Заранее благодарю за сотрудничество. Нахер отсюда! Сума? Фас? Ну-ка! Фас его! Все, я сейчас сблю. Да отстань от меня уже, урод! Никуда я с тобой не пойду. Ты что затеял-то, а? О, нет, я не хочу купаться, спасибо. Простите, лейтенант. Это ради вашего блага. Выключай! А ты тут откуда взялся? 43 минуты назад сообщили об убийстве. Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, я, наверное, единственный коп в мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Ты можешь оставить меня в покое? Вы бы отказались от дела. Вам назначат замену, а я займусь своей задачей. А тебя ничего не по... кроме твоей задачи, да? Вот что, лейтенант, вы не в себе. Вам нужно... Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен!
Я вас понял. Дело не особенно интересное. В секс-клубе в центре города убили клиента. Думаю, они там без нас разберутся. Но мне сейчас не помешает проветриться. Там в шкафу чистая одежда. Я принесу. Что хотите надеть? Да похрен. Все в порядке, лейтенант? Ага, просто чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Сегодня, выступая перед Конгрессом, президент Уоррен озвучила предупреждение потребовав, чтобы все российские войска в Арктике были немедленно. Явно имеет место эскалация конфликта. Многие эксперты заговорили о призраке Третьей мировой войны, который подступает все ближе.